Игровой ноутбук MSI Pulse GL66. Оснащен процессором Intel Core i7 12-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 30. Корпус изготовлен из ударопрочной пластмассы. Крышка из алюминиевого сплава. Поверхность устойчива к образованию отпечатков пальцев. В закрытом состоянии ноутбук удерживается за счет петель и доводчика. Он легко раскрывается одной рукой, корпус при этом не подпрыгивает. Полуматовый экран 15,6 дюйма по диагонали основан на матрице IPS с разрешением Full HD. К его достоинствам отнесем высокую частоту обновления, низкое значение задержки вывода и отсутствие мерцания. К недостаткам — бледноватые цвета из-за зауженного цветового охвата и небыструю матрицу. Сверху в рамку экрана встроена миниатюрная веб-камера, а справа и слева от нее располагаются отверстия микрофонов и сигнальный светодиод. Входные щели для забора воздуха располагаются почти на 1/3 площади днища, в том числе под кулерами, модулями оперативной памяти и твердотельным накопителем. Напротив правого и левого динамика у переднего края имеются решетки для выхода звука. На борту ноутбука 16 гигабайт оперативной памяти в двух слотах, работающие в двухканальном режиме, и твердотельный накопитель объемом 512 гигабайт. Можно установить второй накопитель аналогичного типа в свободный слот М2. На задней панели видны решетки, через которые наружу выдувается горячий воздух. На левой боковой панели помещаются коаксиальный разъем для подключения адаптера питания, решетка выходного отверстия системы охлаждения, порт USB 3 Type-A и USB 2 Type-A. Справа на боковой поверхности расположены сигнальный светодиод, универсальный разъем мини-джек для подключения гарнитуры, порты USB 3 Type-A и USB 3 Type-C, а также видеовыход HDMI и розетка RJ45 для подключения к проводной локальной сети. Клавиатура с цифровым блоком и полноразмерными стрелками удобна при наборе текста и снабжена подсветкой, которая позволяет видеть символы латинской раскладки и кириллицы. Ход клавиш при нажатии небольшой, но отчетливый по тактильному отклику. Клавиатура снабжена подсветкой с одной общей зоной. Ее цвет и режим работы можно изменять комбинацией клавиш или через фирменное приложение. Навигационная панель — это кликпад без выделенных кнопок, но нажатия на его поверхность сопровождаются отчетливым щелчком и соответствующим откликом. Панель лучше реагирует на нажатие в ближайшей к пользователю третьей площади. Кнопка включения питания расположена в цифровом блоке и не отличается по форме, размерам и характеру подсветки, поэтому ее недолго перепутать с другими. Тем не менее, кнопка снабжена защитой от случайных нажатий, а для ее преодоления нужно нажать и удерживать кнопку. В фирменном приложении можно выбирать профиль мощности и управлять скоростью работы вентиляторов, системе охлаждения центрального процессора и дискретной видеокарты. Без подключения к электрической сети полностью заряженная батарея позволяет набирать текст или бродить по интернету почти 5 часов, а смотреть видео — 4 часа. Для мощной игровой машины это неплохо. Внешний адаптер питания довольно тяжелый. Он оснащен привычным по форме круглым в сечении разъемом, который при утрате можно заменить универсальным зарядным устройством адекватной мощности. Аккумулятор набирает половину емкости очень быстро, всего за полчаса, 80% за 64 минуты, а от 0 до 100% он заряжается 2 часа 20 минут. Тестирование под нагрузкой показывает, что центральный процессор разгоняется в турборежиме до 3,7 ГГц при потреблении 92 Вт. В стабильном режиме отбор мощности составляет 72 Вт при тактовой частоте 3 ГГц.
Видеокарту удается разогнать до 2,1 ГГц при потреблении 105 Вт. В тестах реальных приложений ноутбук показывает достаточную производительность. По сумме баллов он вдвое превосходит референсный десктоп и опережает обоих конкурентов. Но из-за ограничений накопителя оказывается на втором месте, хотя и с ничтожно малым отрывом. При максимальных настройках графики лишь в трех игровых приложениях из нашего набора ноутбук не достигает условных 60 средних и 30 минимальных FPS, а в остальных случаях показывает себя вполне состоятельной игровой машиной. Ноутбук MSI Pulse GL66 достоин продвинутого любителя игр. Это современная портативная система с продуманной аппаратной конфигурацией, привлекательными показателями производительности и хорошими возможностями для модернизации, обладающая к тому же вполне доступной ценой.